алейкум құрметті көрермендер асыларына телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды бүгін бізде қонақта ресей федерациясы президенті жанындағы қоғамдық палатаның мүшесі белгілі журналист тележүргізуші максим шевченко максим леонардұлы қош келдіңіз студиямызға көңіл қалай здравствуйте волшебный как всегда енді сіздің әлемнің бір көптеген елдерінде болып жүргеніңізден хабарымыз ә, бар әлі де ә, саяхатқа шығып тұрасыз сапарларда болып тұрасыз жалпы өзге қалалардан ә, алматының бір айырмашылығы деп сіз нені айтар едіңіз ну алмата мне всегда очень нравилась, во потому что очень красивый город и окрестности алматы эти горы делают его таким городом из сказки сама по себе архитектура советская такие вот эти вот дворцы, такие советский ампир, как я это называю, удивительным придает облик Алматии наряду с современными зданиями. Конечно, есть проблемы пробки, но если по улицам гулять, несмотря на смог, несмотря на тяжелый иногда воздух в центре, особенно сейчас весной, это просто райское место. Какой красоты люди просто описать невозможно. Ну я в Казахстане бывал в трех городах: в Астане, в Уральске и в Алмате, и каждый город по-своему Уникален. Алма-Ата это все-таки предгорье, это горное, горное такое место. И горы вообще, когда в ваших глазах находятся горы, придают вам самому совсем другое измерение внутреннее. Ну и потом Алма-Ата все-таки такой культурный центр, культурная столица, интернациональная, сильная очень интеллигенция и, в общем, ну очень интересный город сам по себе. максим леонардұлы осы патриотизм деген ұғым бар бүкіл мемлекеттер елдер өздерінің азаматтарының бойынан осы отан сүйгіштікті көргісі келеді бірақ оны кейде этникалық этатикалық деп те де, мемлекеттік деп те де бөліп қарап айтып жатамыз осы этникалық патриотизмді бір этатикалыққа өзгертуге бола ма немесе әлде өзгертудің қажеті жоқ па жалпы осының бір тиімді механизмі қайсы осыны айтып беріңізші Я думаю, что патриотизм, угу. под патриотизм мы понимаем в данном вопросе гражданскую, от, гражданскую ответственность. Угу. Каждый человек заключает с государством контракт, который угу. государство защищает нас. Мы, мы платим налоги, исполняем свой долг в случае войны. Угу. И государство должно отвечать нам адекватно. Угу. То есть государство отвечает за дороги. Uh -huh. Так повелось со времен древних государств за безопасность. Uh -huh. Современное государство еще отвечает за социальные инфраструктурные разные вещи, то есть образование, здравоохранение, uh -huh. и это главное. Uh -huh. Плюс к этому государство контролирует финансы, деньги, uh -huh. отвечает за товары, за денежный оборот, за кредиты uh -huh. глобальные, без которых невозможно uh -huh. нормальное развитие общества. Это главная ответственность государства. Любить, честно говоря, машину тяжело. Государство это машина. Можно к машине хорошо относиться, если она хорошо ездит. Но народ, страна не является синонимом государства для меня. Я не буду лукавить вам. Я считаю, что народы живут на земле. Казахский народ жил до Республики Казахстан. Надеюсь, Республика Казахстан будет развиваться, процветать. Но ни одно государство не вечное. Мы знаем империи, которые казались объемлют да. весь мир, но сегодня мы обломки от них выскиваем в песке. Uh -huh. А народы проходят сквозь историю, uh -huh. народы проходят сквозь вечность даже в каком-то смысле. Uh -huh. Тем более народы, которые исповедуют монотеистическую религию, uh -huh. тем более народы, которые несут в себе очевидное послание, послание тюркского мира, послание ислама, послание славянского мира или у графинского мира, послание христианства православного. Поэтому я являюсь сторонником сохранения и сбережения народов. Я считаю, что казахский народ – это бесценное сокровище на поверхности земли. Что история, культура казахского народа для меня, как для русского человека, как для москвича, является это не лезть а таким бриллиантом, который я хотел бы видеть Ограненным. Поэтому я понимаю, что казахи, и считаю, должны любить и защищать и сохранять свою культуру. Но Казахстан это государство, в котором проживают многие народы: да. русские, украинцы, немцы, корейцы, уйгуры, узбеки, кыргызы, да? каркалпаки. И поэтому я думаю, как государство, оно должно обеспечивать в частности, и обеспечивает, по крайней мере, я это вижу. Я давно. Слежу за Казахстаном, бываю в Казахстане, uh -huh. обеспечивают культурное и национальное многообразие для всех. Uh -huh. И это мне очень приятно. Но все равно фундаментом стабильности является самочувствие и благосостояние казахского народа, uh -huh. нации, народы, которые образуют это государство, которое дает ему элиту правящую, ей uh -huh. является правящим в этом государстве, как в русском в Российской Федерации русские являются самым большим народом, а в Казахстане угу. казахи. Угу. И поэтому я думаю, что если казахи будут пренебрегать угу. своей обязанностью быть казахами, угу. то и государство будет нестабильным, угу. не устоит. Если же казахский народ, казахская интеллигенция будет укрепляться в казахстве, угу. вот, в понимании того, что такое да, быть да. казахом. И уверен, что при разумном государстве это, это укрепит и русских живущих, на территории казахстана и другие народы и позволит выстроить адекватные нормальные отношения с соседями в частности с российской федерацией гумилев әрбір ұлттың бір жасы болатын, яғни оның бір есеюі ә, жас кезі қартаюы болатындығын айтады егер осы теория осы сөз бойынша қарайтын болсақ ә, ұлттың қанын қалай жаңар туға болады ұлттың жалпы өнемі бір ә, жас боп тұра беруі мүмкін бе Он, Биздин Рухани, туралда Ну, я не совсем согласен с теорией Гумилева, честно вам скажу. Я думаю, что это очень интересная концепция. Лев Николаевич был потрясающе интересным человеком, ярким. Я не думаю, что это является задачей нации. Я думаю, что процессы более сложные. Под молодостью, под обновлением крови, он имел в виду. Ну, есть такое понятие культурная усталость uh -huh. это точно не относится к казахам uh -huh. это процесс движется столетиями uh -huh. вот европейцы очевидно культурно устали uh -huh. европа пережила две страшные войны мировые войны которые uh -huh. ударили по европейцам жуткими такими которые у, унесли десятки миллионов европейцев разрушили культуру и города, Германия, например, это совсем не та Германия, какой она была до 1941 года. Современные не немецкие города, только отдаленно напоминают те удивительные, прекрасные, как шкатулки, какие-то магические города, которые описывали путешественники в конце 19 века перед Первой мировой войной и даже вот в середине века. И именно поэтому, я думаю... Что казахам рано думать еще о зрелости и старости? Вы очень старый народ. Но нация и народ это не синонимы. Нация это прежде всего политический субъект. Нация формируется и в связи с капиталом, который ищет привязку к территории, и в связи с культурной потребностью развития, с тем, что капитал начинает инвестироваться в культуру, в язык. В кино. Есть над чем работать, надо mm -hmm. много работать над этим. Но Тюркский мир это большое, интересное, крайне интересное место. Mm -hmm. Я, во-первых, не верю в пантюркизм, как единое пространство, как и в панславизм, как и в термин русский мир, например. Я считаю это неверное. Но я знаю, что есть казахский народ. Mm -hmm. С оригинальным взглядом на мир, историю, культуру, отношением к пространству, к степи там, и так далее. Я думаю, Лев Николаевич Гумилев имел в виду что надо инвестировать в развитие, прежде всего. Uh -huh. Инвестировать в развитие, а кровь нации, слава богу, в казахских семьях рождаются по 4-5 по детей. Дай бог, чтобы так и было, или еще больше даже было у детишек. Uh -huh. И я думаю, я сегодня был вот в школе, в школе Нурсултана Нарзатбаева, я видел детей достаточно маленьких, 10 лет. Меня поразил их интеллект, меня поразило... Я спросил, с какими языками вы владеете? Выяснилось, что они в этом возрасте владеют русским, казахским, английским тремя языками. Это будущее Казахстана. Инвестировать в кровь нации, это прежде всего инвестировать в образование. Это заставлять насильственно ввести закон об обязательном десятилетнем среднем образовании. Это сделать высшее образование не платным, а доступным для всех. Более того, детей из бедных аулов специально направлять по специальным программам в учебные заведения, технические, гуманитарные, какие угодно. Чтобы не возникала элита, которая главной бедой любой нации является элита, которая начинает себя ощущать солью, кровью нации, а всех остальных мусором, строительным материалом для собственного благополучия. Вот это, мне кажется, крайне важно. И мы знаем, что лидер нации, тот, кто является президентом, Нурсултан Азарбаев, периодически и, и, и изгоняет из числа элиты тех людей, которые меняют себя особыми, богами на земле. Надеюсь, что так и будет. И, и сегодня вот эти дети, которых я увидел, вселили в меня радость и надежду, честно говорю. Это и есть кровь нации, она у вас очень молодая и очень сильная сіз сұхбаттарыңызда махалларыңызда дін туралы оның ішінде ислам туралы жиі жалпы сізді исламға қызықтырған не сіздің пікіріңізше исламның бір өзге діндерден айырмашылығы қайсы об исламе мне рассказал мой учитель гидар джамаль который нашел гидар бей нашел свое упокоение в алмате казахский народ принимал его последние годы он часто бывал в казахстане и казахский народ, казахские врачи помогали ему в конце справляться с тяжелой болезнью. И в главной мечети Алматы была джаназа, на которой собрались тысячи людей. И я вот как каждый раз, когда приезжаю в Алмату, начинаю всегда вот уже приезжаю на кладбище, к сожалению, а не к нему живому, чтобы слышать его голос. Он был выдающийся исламский мыслитель, ученый и политик. И провиденциально то, что свою смерть он родившийся на Арбате, азербайджанец, нашел на родине тюрок. В Казахстане, который ищет свои пути. А Гейдар очень много говорил именно о будущем тюрок и о будущем казахского народа. Он считал, что у Казахстана будет рывок, такой вот интеллектуальный, технологический рывок в ближайшие десятилетия. Что казахи станут лидерами соседних народов, даже усталых, возможно, в чем-то. Что казахская кровь, вот вы, ваш термин предыдущего вопроса, она будет бурлить и развиваться, и создавать новые смыслы, технические или какие-то еще. И ислам является одним из таких важнейших смыслов. А ислам, который для меня открыл Гидар Джамаль, это монотеизм, прежде всего. Принцип, который он исповедовал, и который я вижу в исладе это таухит единобожие. Это единственность истины это не Бог бытия а это Бог подлинный, который связывается с этим миром только благодаря своей воле и благодаря своей любви. Он никак не зависит от этого мира, а мы от него зависим. Вот это вот принцип императива прямого, дисциплина, которая существует в исламе, очень интересно. От нее восходит и исламская культура, которая мне так интересна, этика жизни, этика общения. Очень открытость большая мусульман, между прочим. Кто не общался с мусульманами, тот не знает, насколько мусульмане открыты и любопытны для познания всего мира. Я думаю, что будущее все равно за интеллектуальным и исламом. Угу. Я думаю, что кто прав, кто виноват, рассудит Бог, только он знает правду. Какая религия правильная, какая религия неправильная. Но в этой жизни я вижу, что многие мусульмане живут очень правильно, очень достойно. Дай им Бог здоровья. и мне это очень интересно мне это приятно сіздің құранмен және өзге де бір ә, ислам әдебиеттерімен ә, жақсы етене таныс екеніңізден хабарымыз ә, бар айтыңызшы бір жұртшылықты исламға негізгі бір шақырушы ә, не деп айтар едіңіз довольство Аллах, что еще, может быть, успешностью для религиозного человека. Успешностью для религиозного человека он поймет, когда воскреснет после страшного суда. И другого критерия для, для религиозного человека нет. Если кто-то вам скажет, у нас у, у христиан говорится так, если кто-то вам скажет, здесь Христос или здесь Христос, угу. то есть тут правильный, тут правильный проповедник. Не верьте ему. Только один Господь знает, где правда. Поверьте, мы люди этого не знаем. Но мы можем, если у нас есть смирение, приближаться к пониманию истины. Она раскрывается в любви, она раскрывается в послушании Богу, она раскрывается в отсутствии попыток навязать другим свое видение, то есть в отсутствии экстремизма, в отсутствии каких-то радикальных интеллектуальных упражнений, связанных с вовлечением людей в свои психические состояния. Очень часто люди путают религию с психозами. И очень часто религию... Принимают за психозы. Если человек внешне соблюдает об, обряды, очень часто он является пациентом для психотерапевта или для психиатра. Угу. Потому что религия, она на самом деле тухит, она монотеизм, она требует чистоты, помыслов и веры. И, и, и обращаться, когда человек обращается к Богу к высшему императивному смыслу, который связан с Богом, то кто настолько чист что может быть уверен что господь его слушает мне кажется на этот ответ мы узнаем на этот вопрос мы узнаем ответ только после смерти енді өкінішке қарай бір дәстүрлі болып кеткен сұрақты қойғым келіп отыр қазір әлем бойынша терроризм экстремизмнің бір белең алып тұрғаны рас белгілі және соңыра бұл үшін бір қарапайым мұсылмандар мүйізделіп жатады Оса Ярлык Тардан халай хорган Ну, во-первых, надо бороться с психопатами, которые от имени ислама совершают жуткие преступления, давят людей машинами, например, или взрываются в метро, как это недавно было в Петербурге, или совершают казни публичные, снимая это на видео и потом хвастаясь тем, как отрезают людям головы или расстреливают людей, как это делает ИГИЛ, террористическая организация запрещенная. Я думаю, что сами мусульмане должны бороться с ними, понимая, что эти люди порочат ислам, что эти люди, упоминая имя пророка или его сподвижников, кощунствуют, и что эти люди являются просто больными психопатами, которые должны быть или и изолированы, или уничтожены. Поэтому я думаю, что здесь у мусульман должна быть Дисциплина, ясность ума и солидарность с другими не, не, не надо замыкаться в собственное гетто, куда хотели бы империалисты затолкать мусульман, чтобы они там носили бороды и черные одежды своих женщин. Мусульмане должны быть современными людьми, соблюдающими, безусловно, правила, живущими по шариату, но при этом людьми, которые не пугают мир своим внешним видом или манерой, но разговаривают с этим миром. Как носители оригинальной этической культуры, естественно, не, не надо пытаться понравиться этому миру. Пить спиртное или там, не знаю, менять свой пол, как это делают в Западном мире, в мире империалистическом, или что-нибудь в этом роде. Есть там свинину, чтобы понравиться. Не надо вообще никому пытаться понравиться. Надо быть собой, как я уже сказал. Мне интересно, казахи а не казахи, которые пытаются стать русскими. Мне интересны мусульмане, а не мусульмане, которые говорят, ну, можно и выпить, ничего страшного, или можно свинины поесть, ничего страшного. Вот. Мне интересно, как живут на самом деле люди, как они думают и мыслят, люди, которые стоят в своей правде. Поэтому я считаю, что если мусульмане будут становиться мусульманами, которые будут нести миру свет, науку, просвещение, то это будет лучший ответ и террористам, и тем, кто стоит за спиной террористов. Они могут орать Аллаху Акбар, размахивая отрезанными головами, но за их спиной следит какой-нибудь кукловод, который далеко не мусульманин, поверьте. То есть, они не напрямую командуют ими. Но разве это так сложно манипулировать людьми в современном мире? В мире, в котором человек даже не знает, кто с ним общается по социальным сетям. В мире, который наполнен психотропными препаратами, которые подчиняют и меняют сознание человека или большого массы людей, будучи распыленными в воздухе или в воде, поверьте, манипулировать людьми очень легко. Тем более, что когда не получается, Западно наносит удар ракетами или бомбами, и в разрушенных городах вырастает новое поколение детей, лишенных родителей, ничего не видящих, кроме войны, которым дают оружие и которые уже является тоже готовым инструментом насилия и войны. Поэтому еще раз говорю, надо быть мусульманами, современными мусульманами, надо уметь договариваться с немусульманами, христианами, людьми демократических взглядов. Противостояние терроризму как глобальной угрозе – это наше общее дело. И об этом говорит и президент Казахстана, президент России. И я знаю, что и президент Казахстана от а имени народа выразил соболезнования народу России в связи, с террористическими актами, равно как российское руководство и весь российский народ выражал соболезнования казахскому народу, когда эти сумасшедшие убийцы напали на вот, было, по-моему, это когда осенью или зимой было, да, когда вот было расстрелы на улицах какие-то, они там, детский садик, по-моему, там какой-то бой был, что-то что, -то, что -то жуткое было такое. Земля должна гореть под ногами этих убийц, этих террористов. Но не, но не только их, но и тех, кто их направляет. Они тоже должны знать, что возмездие Аллаха и человеческое от них не уйдет. Что объявляя войну нам всем и посылая к нам убийц и террористов, они развязывают очень серьезные события, от которых они не останутся в стороне. Как Гитлер не остался в стороне от той войны, которую он начал против Советского Союза. Сидим Казахстанга, жи кептуратнымызды Ә, біздің елдегі жаңалықтарды қаншалықты қадағалап тұрасыз жалпы тәуелсіз қазақстан туралы сіздің бір пікіріңіз қалыптасты ма біз ә, жалпы осы ә, тәуелсіз қазақстан мемлекеттілігі басталғалы бері ә, неге үлгердік жалпы қазақстанның өзге мемлекеттерден айырмашылығы ерекшелігі қайсы деп айтар едіңіз Да, внимательно слежу. Казахстан, я uh -huh. казахский народ, я считаю, очень дружественным, братским народом. Особенно uh -huh. после того, как казахи дали приют Гидару Джамалю, моему учителю. Ну, и до этого тоже, а после этого особенно. Ну, я считаю, что Казахстан это страна с огромным будущим, великая страна, uh -huh. многонациональная, у которой очень большое будущее. Я считаю, что помогать Казахстану в развитии современном, uh -huh и в укреплении идентичности национальной, это просто моя задача, в том числе, как русского человека. От сильного Казахстана, сильный Казахстан, это сильная Россия. Я вот так скажу. У вас очень высокий уровень образования. Год за годом я вижу молодежь, которая получает образование благодаря президентским грантам, которых опекала и опекает, по-моему, Дарига Нурсултанна Нарзарбаева тоже. Я был участником медиафорума много раз, видел молодых людей. Казахстана. Я видел, как меняется поколение Казахстана, приходит новое. Сегодня я увидел детей. Это огромное достижение. Я не могу сказать, что нефтяные какие-то технологии это достижение Казахстана. Ну, вы взяли эти технологии, и слава богу, нефть достигается, там, качается. Но в основном мне кажется, что. Одно из главных достижений еще это все-таки крепкое, стабильное государство, достаточно демократичное, свободное, по сравнению с другими, особенно государствами Средней Азии, если, если посмотреть. Сильным лидером, очень современным человеком и вместе с тем очень опытным и мудрым человеком. С ответственными представителями элиты, многонациональной Казахстана. Ну, вот это вот достаточно и мудрость казахов, которые выстраивают... партнерские отношения в том числе с российской федерацией и таможенный союз я знаю многие критикуют но на мой взгляд это в перспективе стратегическое для казахстана яви... явится очень большим плюсом қазақстанның мемлекеттік бір қалыптасу кезеңіндегі нұрсұлтан назарбаевтың рөлін сіз қалай бағалар едіңіз жалпы тмд елдерінің басшыларынан біздің елбасының бір айрмашалыга, деймезбекен, ерекшилыга неде? Егер с урауга болатн болса, гайса? Ну, конечно, отличается. Он человек очень широких взглядов. Он человек с чувством юмора. В том числе и над собой умеет пошутить. Я это видел неоднократно. У него в, в глазах... Он человек труда. Он вышел сам из рабочей среды. Он знает... Что такое быть небогатым человеком. Он знает, что такое управлять и отвечать за людей. Он относится к казахскому народу, как, как, как отец к детям. Он э, неразумных и нерадивых наказывает. А так он воспитывает. И Еще раз говорю, что это вот модернизация казахского народа. Это, это его заслуга. Огромная заслуга. И Астана удивительное, удивительное чудо, построенное в степи. Это

бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті естеріңізге сала кетейік бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған белгілі ресейлік журналист тележүргізуші максим шевченко ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз аман сау болыңыздар рахмет